Украинский вопрос сегодня обсуждался в Берлине. Там прошла встреча канцлера Германии Ангелы Меркель, госсекретаря США Джона Керри и премьер-министра Польши Дональда Туска. Из Берлина передает Татьяна Лагунова. В Берлине сегодня украинский день. Ангела Меркель принимала высокопоставленных гостей и говорила с ними об Украине. Первая встреча с премьером Польши Дональдом Туском. Общая позиция Меркель и Туска. Выступают за мирное решение политического кризиса и продолжение переговоров между властью и оппозицией. Вопрос о введении санкций на данный момент не рассматривается. Предложение подписать соглашение об ассоциации в силе. Дверь для подписания соглашения об ассоциации открыта. Несколько дней назад я сказала президенту Януковичу, что ничего не изменилось. Думаю, прогресс в этом вопросе поможет успокоить людей. Поскольку изначально причина демонстрации была четкая позиция многих украинцев, которые хотели, чтобы их страна стала ближе к ЕС. После обеда Меркель принимала госсекретаря США Джона Керри. К прессе политики вышли перед переговорами и сообщили, что беседовать будут о Сирии, Иране и Украине. Детали неизвестны, но вот как такое заявление Джон Керри сделал сразу по прилету в Берлин. Усилия президента Януковича не достигли того уровня реформ, чтобы украинская оппозиция почувствовала, что она может законно сесть за стол и принять участие в формировании единого правительства. Мы считаем, что единство очень важно и стремление к нему крайне необходимо. Об Украине в Германии будут говорить и завтра, но уже не в Берлине, а в Мюнхене. На ежегодной авторитетной конференции по вопросам безопасности. Запланирована дискуссия и ряд кулуарных встреч. Украинскую власть на конференции будет представлять министр иностранных дел Леонид Кожара. Оппозицию Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Петр Порошенко. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала Интер.